продолжает все воскрешать и воскрешать свои войска, кстати. То есть разбил меня вообще без вариантов, без шансов. Но у меня еще и нет нужных заклинаний. То, что он лишил себя баллисты, абсолютно никакого преимущества мне не дало, потому как, имея воскрешение, он может вообще выйти с боя без потерь. Нет, не дадим ему выйти без потерь. Да, чистейшая просто победа соперника надо мной. Ну, в который раз признаем силу соперника. В этот раз он вроде бы записывал видео, нужно будет посмотреть, как он играет на быстрых партиях. Я привык более к медленным. И то там даже у меня уровень невысокий. Решил еще и с ложками повоевать. Снова в бой. Жесть. Ну красиво, красиво тут как бы. Без базара. Хотя бы так. Ну да, спасибо ему за игру. Наказал в который раз. Теперь еще и компьютер начинает меня наказывать. Да ну ладно, дважды терпеть такое позорное поражение. Да ну хорош. Все бегут. Так, что я делаю? А, сейчас ты ходишь. А, вот, да. Пытаюсь записать. Помотаем. Да, я не буду смотреть, что ты ходишь. Вот, я начинаю играть. У меня два лоха. Мне, конечно, с ним очень повезло. Ну два. Да. Ну все, у меня больше никого нет. Собираем ресурс. Один пробивает. Гол. Все. Ты насобирал. Открыл территорию. Есть что можно сбегать домой за армией. Есть что можно купить второго лоха и удалить его, чтобы он не парил мозг. Потому что без маленького всего. Да ладно, я пошел дальше качаться. Если ты недалеко от замка. Убиваешь всяких ложков, вот, например, проглотишь, типа, начал идти, как взял лечение. Ну да, с лечами, в принципе... Пошел, поехал. Ну, видишь, всего лишь 20 лет. Если бы мы играли с Исрой, ну, если да. С Найвел, у меня было бы 5-6 лет. У меня было бы все полтора. Ну, понятно. Исра и Ведомина, они, конечно, там заточены под это. Ну, по ресурсам, смотрю, накидала тебе чётенько. Ну, пробил ресурсы. Мог бы тоже пробить этих лошбетов. В принципе, сотня хоббитов, это не так уж много хоббитов против темницы. Я обязательно с тобой сыграю эту жизнь. Чуть-чуть позже сыграю эту жизнь. Так. Вот, тут пошли на бои, потому что потери. Ну, когда... Скелеты идут в минус с этим, ну, скелетом, короче, Голдрана. Ну да. Ох, как мне это вижу. Очень понятно. Так, вот сюда.
продолжаем собирать эти мусор. Конечно, конечно, я смотрю. Вот у меня лошочек рядом. Я не так сильно завишу. Плюс 6 там ячей. Но все равно он был рядом возле моего замка, и была возможность закупить. И он пошел отправлять. Рано или поздно их примет. Вот видишь, у меня все 9 лукарей, мне достаточно, чтобы играть там. А там у тебя два вида лукарей очень сильных. Бестроглодитов, а вообще тебе хожу без. Вообще без ничего. Если ты хочешь качаться спокойно, не париться со смертным боем, это лучше не улучшать никого из ближников. Потому что они начинают быстрее ходить и быстрее умирать. Приходится переигрывать. Ну да. Опа, закончилось. Будешь смотреть дальше? Давай. Самый ход продолжения должно быть. Хожу просто, убиваю лохов. Пытаюсь прокачаться хоть как-нибудь, чтобы что-то было. Пикси я не нападаю, потому что... Ну да, там без потерь рейшины, сложно. Рейшины. А он мне с перчатками еще повезло. И с логистикой. Ну да. Но ты сам убрал такого героя, который, блин... Не, ну у меня тоже экспертная логистика потом была прокачана. Там уже где-то к второму с половиной месяца я взял сапоги. Ну блин, второй с половиной месяца они уже как бы... Это не фарт, они могут появиться. Или... Быстренько сходи. Пускай вот здесь начнется. А также продолжаю ходить. До сих пор. Стакую этих всякого мусор. А вот я начал посещать их. А, нет, еще не начал. Вот, кстати, тот момент, когда видел, я не подобрал эту веревку. Ну да. Я мог ее подобрать, но не подобрал. Это вот как раз баг игры. Ну это я знаю, да. Сдвинутые охраны получаются. Стакать своих коней я начал где-то первый с половиной месяц, где-то так, у меня там две вышки коней были. Ну вот, в принципе, что только еще сюда, там уже кони скрыты. То есть я играю без читов, я не знаю, вообще читы какие могут быть в интегре. Ну, читы, они ж не работают в мультиплеере. Не знаю даже, какие читы могут быть. Взял все новые вещи. Когда я вижу, что противник немного такой вялый в развитии, я тоже начинаю бить, особо не заморачиваюсь. Ну да. Когда я вижу, что он впереди, мне стараюсь потеть. Это уже, ну, там, ну, в общем, ты понял, да? Ну да, да, да. Кстати, определенный замок, определенное развитие подразумевает. Ну, это с понятно. С этим с темницы можно прямо на пикси не году. Почему? Шипочка странная. А, вот. Это, походу, от тебя уже собираюсь идти. Взял весь свой прирост, возможно. Вон остакался 28. Открываю тебе инвентарь, покажу.
Ну да, насобирал нехило. Там мне две утопии вообще никакущие. Третья там хотя бы шляпка попалась. Это вот от нижнего утопии я не взял. Я взял три утопии всего за игру. Три утопии. Они мне, конечно, подфартили. Ну я тоже три утопии взял. Ну, у меня с утопией, наверное, лучше подфартил. Ну, блин, третий месяц. Мать моя. Это уж, не знаю. Здесь утопия должна быть. Мне самому интересно, в смысле, ты играл. Давай посмотрим. Все, короче, я это удаляю из шлака. Тебе нужно, потому что. Тем более. Ты мне скинул? Видосы? Ну вот видос от сегодняшнего, в котором мы играли. Ну они здоровые там получились, я не знаю там на сколько гигабайт. Я думаю, их может быть залить тогда на YouTube, на YouTube посмотришь. Потому что там 3 с лишним часа. А долго будет скидываться? Ну, скидываться не знаю. Ну, вкратце могу тебе и сейчас показать, если хочешь. Давай покажи. Так, смотришь? Да, смотрю сейчас свое время. А, у меня практически ничего. Так, вот смотрю, да. Ну тут, да, ну, качался. Для более быстрой прокачки. Сначала быстро хочешь, ну честно, что ты делаешь? А, когда их уже много? Ну это по прокачке, чисто по прокачке. По потерям у меня-то гораздо жестче тут. Ну вот, начинаю всеми ходить. Вот, например, Шакти я сейчас буду разбивать. Для того, чтобы его потом в замке у себя выкупить побыстрее. А все ложки сейчас быстренько передадут армии, и не надо будет долго ждать. То есть, грубо говоря, телепорт за 2500 по золоту. То есть, обузишь белую, да? Ну да. Не знал, не знал. Что так можно делать.
Тут еще кучу нычек мне накидало, пытался их собирать, хотя в итоге все равно их некуда было девать, то, что я насобирал с нычек. Ну, в смысле, жилища внешних существ. Ангелы я в этой, в консерватории брал. Лукарей, да, там насобиралось. У меня две нычки лукарей, плюс в замке в том, который я захватил, тоже там лучники были построены. Зачем брать нычки чужих лукарей, когда ты их убираешь из силы, ты не можешь взять? Даже тех же троглодитов, они будут Но вдвойне я их с опаснее. собой таскал в утопии для того, чтобы ели не мою армию, а вот эти вот всякие неродные войска. Посмотришь мою карту, я тут вижу, если хочешь. Ну Потому да. что, ну, точнее, я твою уже вижу, потом посмотришь мою. Если прям наоборот. Я шахти прыгнул, это единственное условие. Тактика и атака. Ну, то есть, кстати, за вот этот замок самый мощный удар в начале игры как раз-таки у Шакти. За счет того, Начали. что в начале, да. Это в начале. Надо. Если ты играешь в большую карту, когда тебе никто не торгует, большой ход. Главный ход закрыт нагами. Уже изначально сотни нагами. Это шахтир. Не, ну у меня была возможность пробить наг. Просто как бы с помощью замедления экспертного оно. Наги пробиваются несложно. Ну да. А, что там могут ходить? Я просто думал, потянул время, ну, типа, изображу, что я не играю. А потом просто Армагеддон врубил и все. Да. Фейерверк устроил. Пошли посмотрим, что в тех утопиях было. В моих утопиях?